Если хочешь написать первым, сделай это. Хочешь написать несколько раз подряд? Давай же. Если кто-то тебе нравится, скажи это. Если кто-то приносит тебе радость, говори это. Если кто-то расстраивает тебя, поговори с ним об этом и расскажи, почему так происходит. Мы тратим слишком много времени, играя в игры и пытаясь просчитать свой следующий шаг. Боимся показаться слабыми. Черт это! Делай то, что ты хочешь делать, и нужные люди останутся с тобой. Жизнь слишком коротка, чтобы играть по каким-то придуманным правилам.